И всем привет, дорогие друзья! Я вас приветствую, как обычно, на моей любимой передаче «Вскрываемся», где я открываю всяческие посылочки и письмеца от вас. Сегодня, правда, у меня нет писем от вас, но есть очень много очень интересных, больших, жирных посылочек. Я на всякий случай вам напомню, что в описании есть адресок, вы на него можете отправить мне письмецо или посылочку, и я его здесь вскрою. Так что можете писать всяческие новогодние поздравления, и я буду очень рад их принять. Давайте начнем. Начнем с очень интересной штуки. У меня есть, короче, они не запечатанные, а как вам вообще это описать? Типа журналы Marvel. Давайте начнем с этого. Суть в чем? Marvel запускает типа в России журнал официальный, и они там будут как бы рассказывать людям о своей вселенной, о своих персонажах. Короче, в чем прикол? Будет выходить журнал, а в комплекте к каждому журналу будет идти типа фигурка с персонажем. И в каждом выпуске журнала будет рассказываться типа об этом персонаже, о его врагах. У меня тут есть 4 выпуска, давайте взглянем, собственно, на них. Все заклеено скотчем. Окей, вот типа первый выпуск. Называется «Герои Marvel 3D. Официальная коллекция». Вообще довольно интересно, я боялся, что здесь будет типа информация с Википедии, а это похоже на такой, знаете, очень хорошо подготовленный материал. То есть тут рассказывается не про самого персонажа, знаете, вот эта вот задротская информация. Ну, то есть про него тут тоже есть. Но самое интересное, что тут есть, как придумали персонажа, как он появился в индустрии, как он развивался в индустрии. То есть очень много про индустрию. Типа, например, в те годы издателям приходилось ждать несколько месяцев, чтобы узнать результаты продаж своих журналов. Прошло немало времени, прежде чем кто-либо понял, что их ожидает сюрприз. Месяцы спустя, когда мы увидели цифры продаж, Мартин мне сказал: «Стэн, помнишь того персонажа, который так понравился нам обоим? Как насчет выпустить о нем целую серию?» «Такие вот дела», — объясняет Стэн Ли. Да, кстати, в первых выпусках есть эксклюзивный постер, и он тоже достаточно прикольный. Соответственно, второй материал такой же про Железного Человека. Первый был про Человека-паука. Третий про Капитана Америку. И четвертый про Росомаху. Да, тут у меня есть 4 фигурки. Ну, с журналом все понятно, это надо читать, садиться. Я как бы не знаю, есть ли где-нибудь... Ну, то есть эта информация, понятно, наверняка есть в открытом доступе везде, но если она где-нибудь вот так вот интересно поданная сквозь время. Я хочу глянуть на фигурки поближе. То есть основной прикол, насколько я понимаю, в том, что это типа суперофициальная продукция Marvel, которая будет суперофициально продаваться в России. Фигурка такая увесистая, на самом деле. Она маленькая, понятно, она простенькая, но она так сделана со вкусом. То есть у нее есть подставочка, и ее можно очень удобно куда-нибудь поставить. Я так понимаю, расчет идет на то, что вы, типа, должны собрать их все, и у вас будет такая огромная армия персонажей стоять где-нибудь на полке. В этом есть определенный прикол. Журнал начнет продаваться 16 января. Если хотите, можете подписаться на него на сайте, и вам будет домой это все прилетать, и это очень удобно в целом. У них время от времени будут типа специальные выпуски, где они обещают делать такие, ну, более большие фигурки, им какие-то приколюхи дополнительные делать, и все в этом духе. Давайте взглянем на Росомаху еще дополнительно. Воу. Росомаха прям даже получше сделан, чем Железный Человек. Ну, у него здесь типа мышцы, вот эти вот все ткани проработанные достаточно неплохо. Кучу себе таких поставить, и будет выглядеть внушительно, мне кажется. Выпусков всего будет 100, если типа оформить предзаказ у них на сайте, то первые 2 будут дешевле на сатен. То есть рекомендуемая цена, насколько я понял, 598 рублей, но если как бы это все заранее отдельно оформлять на все сразу, то будет сильно дешевле. Но ссылочка будет в описании на их сайт. Я думаю, вы на сайт зайдете, там все сами посмотрите. Вы же не идиот, и вам все и так понятно. Сам я что скажу, но мне будет интересно это почитать, потому что, ну, из разряда мне интересно узнать саму историю персонажа. Потому что мне не интересны вот эти, вы знаете, задротские детали. Они тут, судя по всему, тоже есть. Но мне очень интересно, как это исторически происходило. Как придумывали тех или иных персонажей, как они появлялись, какое они влияние имели и так далее. Плюс фигурки
вполне приятные. Мне совершенно не стыдно будет их поставить типа на полочку или около телека. По поводу цены, ну тут уже сами смотрите, кому что. Но мне кажется, за такую фигурку 500-600 рублей вполне себе нормальные деньги. Сейчас, конечно, кто-нибудь начнет кричать: ой, я на Алиэкспрессе такие же закажу. Ну, в те же самые 500 рублей они вам и обойдутся там, но вам их еще по дороге побьют и все в этом духе. А, ну и да, в ларьках, естественно, тоже можете искать. 16 января они начинают продаваться, так что, короче, вот. Окей, тут произошло нечто странное, к чему я еще совершенно не привык. Знаете, как популярным людям игровые компании присылают подарки на Новый год? Nintendo почему-то прислала мне подарок. Я понятия не имею, что там внутри. Сейчас там кто-то начинает орать из разряда: «А, Nintendo купили тебя!» Ну, на самом деле нет, все, что они сделали, прислали мне Super Mario Odyssey, я сделал на Super Mario Odyssey обзор, такая история. Но мне прям пипец как любопытно, что внутри. Просто... я не знаю, для меня это большой, очень приятный сюрприз, потому что меня никто об этом не предупреждал, мне никто не говорил, что будут ништяки и так далее. Я не знаю, что там. По теме Nintendo Switch я обязательно запишу еще один ролик. Типа, я записывал ролик про Nintendo Switch, но я тогда его только купил, сейчас уже прошло несколько месяцев, и очень много всего интересного хочется вам рассказать. У меня куча уже просто игр на Switch, я в него играю каждый день. Надо будет обязательно записать целый ролик про это. Здесь какая-то книжечка про игру Rime. Окей. Это типа концепт-арты Rime и так далее. Ну, окей. Ладно. Иронично то, что на Nintendo Switch очень плохая версия Rime. Она страшно тормозит и в очень низком разрешении. Ну ладно, пусть будет. Положу к буклетику Oriflame, который у меня там на полках валяется. Так, наклеечка Super Mario Odyssey, замечательно. Вручную. Открытка вручную подарена. Уважаемый Илья, примите наши искренние поздравления с наступающими праздниками. Желаем вам удачи и процветания в новом 2018 году. Это очень смешно. Я просто на самом деле ужасно, в хорошем смысле, поражен личным отношением. После Анастасии идет обращение, собственно, директора русского отделения Nintendo. И тут я должен вам рассказать историю, с чего у меня началось знакомство с Nintendo. Я им на протяжении... ну, то есть я всегда был фанатом, типа... игр Nintendo, я им на протяжении нескольких лет, по-моему, с 2013 года писал письма, мол, хей-хей, я хочу с вами сотрудничать, все такое, 5-10. И, собственно, осенью я записал ролик про Nintendo Switch, где я был недоволен ценами, ценовой политикой, которая происходит в России. Сейчас этот вопрос уже решился, типа, я узнал, что, почему и как, и, ну, система вообще налаживается, и все будет лучше. И директор русского отделения Nintendo внизу дополнительно на английском мне подписал: Илья, если ты все еще недоволен ценами, ты мне позвони, я тебе скидочку дам. Ой, я уже всем доволен, там вышел Enter the Gungeon за 350 рублей. Все, типа, это уже автоматически должно продавать консоль всем, ладно. И тут какой-то ништячок. Это типа подушка, travel-подушка, чтобы в самолетах, в поездах было на чем спать. Это, кстати, очень удобная штука, я ее как раз хотел себе покупать. Огромное спасибо. Я просто ездил в магазин, видел там и чуть не купил, потому что в самолетах без этой подушки это смерть вообще. И тут символика Nintendo Switch. Я буду просто каким-то фриком страшным, знаете, в самолете сидит чувак на подушке Nintendo Switch, в руках Nintendo Switch. И у него огромная борода. Ладно, надувать я ее сейчас, конечно, не буду. Короче, огромное спасибо Nintendo за такие подарочки. Это на самом деле просто открыточка очень милая. Я очень поражен таким прям личным отношением. Огромное спасибо. Буду продолжать продаваться вам с потрохами. Да. Так, окей. Вот теперь реально интересные вещи. Потому что это типа что-то там Nintendo, журналы. Ну, никто не присылал мне пока личных никаких писем. Поэтому давайте смотреть... то, что присылают мне другие. Угадайте, что это? У вас есть вот время, пока я буду вскрывать эту посылку, чтобы догадаться, что это? Я вам скажу. Я очень много... подскажу, точнее. Очень долго работал ради этого. И в теории мне должны были это прислать года два назад. Или полтора, что ли. По-моему, два. Вот. Или два с половиной даже. Я уже точно не помню. Но это такая штука, которая на самом деле нафиг не нужна. И особенно сегодня ее иметь будет достаточно стыдно.
Но я по-прежнему ее заслужил, я очень много ради нее работал. Ну, не ради нее работал, но это то, что должно было свойственно прийти мне. То, что получают все. В определенный момент своей жизни. Но я думаю, тут уже наконец очевидно, что это. Бум. Ты только что сделал что-то, что только единицы креаторов на Ютубе делают. Ты получил 100 тысяч подписчиков! Найдите видео топ-10 или топ-13 моих любимых мультфильмов, когда оно вышло? Начало 2016-го? Да, где-то в начале 2016-го. А, ну полтора года. Полтора года назад вот эта фигня должна была мне прийти от Ютуба. Да-да-да. Вот нынче, мне кажется, 100 тысяч подписчиков. Полтора года назад, может быть, это еще что-то и значило. Но нынче 100 тысяч подписчиков — это абсолютно ничто. Вау, командор видео HQ получил серебряную кнопку обосраться. У меня на рестарте уже почти 100 тысяч подписчиков. Сколько мне ждать такую же кнопку на тему рестарта? Ну, окей. Прикол в том, что вот эта вот серебряная кнопка, я это сфоткаю поближе, она какая-то подгнившая, подржавевшая. Я не знаю просто, что с металлами происходит, но она такая какая-то попорченная. Но я заслужил это. Я молодец. Я работаю. Да нафиг она не нужна мне. Ну не знаю, куда-нибудь повешу, у меня гвозди еще на стенах тут есть, ну как бы это ерунда. Теперь самое интересное, ребята. Самое интересное. Вот это все была фигня, окей? Вот теперь интересная тема. Короче, смотрите. На Алиэкспрессе на распродаже я прикупил, вы даже не поверите, что. Потому что со стороны это звучит как абсолютный абсурд и тупость. Ну типа зачем? Зачем кто-то будет это покупать? Но я купил. На самом деле все мечтают об этом. Но типа это в основном очень дорого. Поэтому когда ты покупаешь это дешевым, ты идиот. Но я все равно это сделал. Почему? Я не имею ни малейшего понятия. Возможно, потому что скидка была так хороша. Ну да ладно. Та-да-да-та-та. Я купил дроны. Он стоил типа 2 или 2500 рублей. Я не помню уже точно. И вроде бы как по отзывам он должен работать. Не идеально, но он должен летать, он должен садиться. И у него даже есть какая-то там камера, на которую это можно типа все снимать и смотреть. Давайте посмотрим. Упакована как бы нормальная такая тема. Это, конечно, не DJI Phantom, безусловно. Но тем не менее, это дрон. И он даже раздвигается такой весь как-то. Он раздвигается? Он что-то не раздвигается. Нифиг. Крошечный, милый дрон. Но я подозреваю, что его надо зарядить, короче, и тогда он будет летать. Так, окей. Есть какая-нибудь, типа, инструкция? Проводок, я так понимаю, для зарядки. Какие-то штуки дополнительные. Отверточка. Вот такой вот пульт. Работает на 2,4 Гц. А, это защита для винтов. Запасные винты. То это такое, я не имею ни малейшего понятия, какая-то прищепка. Инструкция. А, надо приложение поставить. Окей. Давайте я разберусь, как все это работает, и после этого продолжу съемку, потому что камера разряжается. Друзья, у нас есть контакт, то есть как минимум... Надо, наверное, телефон перевернуть. Камера дрона работает. И она показывает то, что у меня на телефончике. Вообще, это все достаточно запарно, потому что у меня никогда в жизни не было дрона, и я... Типа с трудом понимаю, что, куда, как это вообще работает. Где кнопки управления вообще? Тут много всяких функций, короче, давайте. Вообще, на геймпаде вот эта вот прищепка, это для того, чтобы подключить... Вот так вот сделать, элементарно, да? То есть у нас... Вопрос теперь в том... Воу, йоу! Чё так резко-то? Господи! Так, окей. Окей, главное, фигурки Марвел не пострадали. Так, давайте сделаем как-то это интереснее. Итак, значит, смотрите, на телефон я, значит, поставил их специальное приложение для этого дрона. Я жму кнопочку «включить». Он как бы работает и без телефона, но, как вы видите, картинка с камеры выводится на телефон, поэтому... Тут дофига всяких функций, но они никак не подписаны, я понятия не имею, что делать, то есть где-то, наверное, надо искать отдельные какие-то инструкции. Ладно, в любом случае, я поставлю запись, потом видео с дрона вставлю в видео. Тем не менее,
Вопрос в том, как его запустить вообще, да? Это не так просто, как кажется, но я, кажется, разобрался. Я не буду вам рассказывать, что значит все эти кнопки, потому что я не знаю. Но этот дрон летает. После многочисленного пикания рано или поздно он взлетит. Воу, поперло. И погнали. Бедняга пал смертью храбрых. Нет, он в порядке. Он не совсем стабильно держится в воздухе, поэтому приходится очень так, знаете, его жестко контролировать, чтобы он никуда не девался. Ну и да, управлять дроном намного сложнее, чем вы можете себе представить. Я прям реально путаюсь. Ладно, попробуем еще раз. Тут нужен кто-нибудь еще, чтобы кто это все будет снимать, но я тут один, к сожалению. Рано или поздно взлетит, окей? Попытка номер два. Он летает, он держится. То есть, я прекрасно понимаю, что это не тот дрон, на который там снимают фильмы, и крутые блогеры снимают свои ролики. Но этот дрон за пару тысяч рублей. И он держится в воздухе, и он летает. И это замечательная игрушка, я хочу вам сказать. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, назад. Я хочу просто... Привет. Так, не убей меня, только не убей меня. Так. Воу. Тихо. Я выгляжу потрясающе в этих шоках, я думаю, но... Это очень прикольно, у меня не было возможности вытащить его на улицу, но я рано или поздно этим займусь, но тем не менее. Это замечательно, друзья. Всем пока, спасибо за просмотр, йоу! А теперь мягонькая посадка. И на камеру. Давай, на камеру. Он даже садится, тут есть команда типа «Сидеть!»